Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Николай Носков досрочно завершил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем. Певец Николай Носков экстренно прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. По данным СМИ, певец был вынужден резко уйти со сцены, так как ему внезапно стало плохо. Носков не допел свой хит «Снег», но публика поддержала исполнителя и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента артист не вернулся к фанатам, и концерт завершился. Представители Носкова прокомментировали произошедшее в телеграм-канале артиста. «Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день! Не сердитесь и не обижайтесь! Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!» Гласит сообщение. Недавно в Оренбурге отменили концерт Носкова, который должен был состояться 6 ноября. Пока неизвестно, отменят концерт или перенесут на другую дату. Организаторы сообщили, что сдать билеты можно будет после 13 ноября. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!